Госдума сегодня продлила бесплатную приватизацию до 2015 года. Буквально вчера, за день до того, как депутаты приняли закон, президент Владимир Путин объяснил, что сделать это необходимо не только потому, что кто-то не успел приватизировать свою собственность, но и для того, чтобы приравнять права гражданских лиц и военнослужащих, для которых приватизация жилья была продлена немногим раньше. Для военных мы ничего отменять не будем. Ухудшать их положение не будем ни при каких обстоятельствах. Поэтому, видимо, будет целесообразным и справедливым для всех сделать один и тот же срок. То есть для гражданских лиц срок продлить, отметил глава государства.